Отель White Beach Resort находится в Хургаде, в самом городе. Вся инфраструктура находится рядом. Рядом недалеко отель Синдбад, Little Buddha, кафе, рестораны, моллы. Отель Albatross White Beach находится в 24 минутах езды от аэропорта Хургады в 7 километрах. Рядом с отелем расположены другие отели. Территория отеля вытянутая, есть несколько бассейнов, вход песчаный, есть небольшой понтон. Рейтинг отеля на сайте Top Hotel 4.6. Бар в лобби красивый, приятный. Ресторан Вов. Дресс-код. Терраса. Море недалеко находится. Несколько бассейнов. Есть аквапарк. Детский аквапарк. Территория небольшая. Не надо ходить несколько километров, чтобы попасть на море. Видите, это ресепшн. И вот уже море. Ну, где-то метров 800. Вот тебе интересно. Хочешь, я подарю тоже? Главный ресторан. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Ресторан, в котором завтрак проходит. Чайный уголок. Большой выбор салатов, зелени, огурцов, помидоров, сыры, колбасы, джемы в упаковках сразу. Уголок мусин. Салат. Здесь котлеты. Сосиски, котлеты, картошка, тосты, помидоры, яйца, баклажаны. Здесь делают омлет. Блинчики. Возможная выпечка. Хороший отель. Сейчас в отеле 100% заполняемость. В отеле много людей, есть детский клуб. Свежий отель, хорошая, приятная атмосфера, чисто, аккуратно. Из того, что мы смотрели, один из лучших так по атмосфере. Детский клуб, Kids Club, работа с 10 до 12.30, с 12.30 до 16.30. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, небольшая комнатка, столики, раскраски, чтобы детки могли поиграть. Возраст от 4 до 12 лет.
вот одни детские горки, то есть для маленьких деток. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь уже такие водные горки для более взрослых детей. Видимо, еще один аквапарк маленький для деток. И еще один, то есть 4 бассейна, и в каждом разные горки. Вода, давайте проверим воду, какая она теплая. Нет, вода обычная. Во втором бассейне. Ой, тут вообще холодная. Вот в этом теплее бассейне, чем в соседнем. Вот тут, может быть, с подогревом немножко. Вот ребенок плавает. Отель с территории пляжа так выглядит. Здесь сверху Red Sky находится. На пляже прямо находится детская площадка с горками. Песчаный пляж. Много шезлонгов, зонтиков. Вход мы видим, что здесь пологий. Вот где-то 100 метров по колено. Ну и глубина где-то метров 300-400 уже будет по горло. Специальная обувь не нужна. Здесь песок. Рядом находятся, видите, корабли, порт. Справа. И слева. Вот такой вот вход в воду. Волейбольная площадка, вот там вот есть водных видов спорта, центр. Детская площадка. Как мне не хватает зелени? Спа-центр. Отель White Beach. Территория не зеленая, отель новый, поэтому зелени очень мало. Есть 4 детских бассейна с подогревом, 3 взрослых бассейна, все ля-карт рестораны под бесплатно один раз в заезд. Стандартные номера, дополнительная кровать обычная. Анимация активная, до 12.00 all inclusive. Бесплатно Wi-Fi на всей территории. До глубины 50 метров, песчаный вход в море, не требуется специальная обувь. Дискотека до 12.00, напитки бесплатно.
Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на викинг.by.